кустика садового. 4 штуки разных цветов. Чтобы нам их прорастить, нам их нужно замочить на 7-8 часов в воде. Можно с укоренителем. Сейчас вот мы их поместим в воду и через 7 часов посмотрим, что с ними будет. Один оставлю для примера, чтобы потом сравнить, какая будет ситуация с ним. С момента замачивания корней лютика прошло 10 часов. Вот так они выглядят теперь. Вот это вариант сухой, который не замачивался. Теперь, когда они приобрели вот такое вот состояние, наполнились влагой, мы можем их посадить в горшки, ну и должны их посадить в горшки, потому что на улице еще холодно. И после того, как появятся ростки, они у нас вырастут достаточно в горшках, мы их пересадим в открытый грунт и будем ждать цветения, которое обычно происходит в июле. В горшки мы сажаем на глубину 3-4 сантиметра. Вот. Делаем углубление 3-4 сантиметра. Кладем туда корень. Вот так. И присыпаем землей сверху. Сейчас еще добавим земли. И ждем всходов. Через неделю, 10 дней, должны появиться первые всходы. С момента посадки корней прошло 10 дней. Сегодня 12 апреля, и уже у лютиков открылись листики в двух горшочках. В одном появились небольшие всходы. В этих горшках такие же были пару дней назад. Но скоро и здесь будут листики. Посмотрим, что будет через неделю. Подросли лютики. Уже видно хорошие листочки. Жесткие, такие мясистые. Прошло с предыдущей съемки 10 дней. В некоторых две точки роста, в некоторых горшочках даже больше. И в одном горшке одна точка роста. Посмотрим, что будет дальше. Сегодня 9 мая лютики переехали уже на дачу в открытый грунт. С момента их посадки прошло чуть больше месяца. Теперь будем ждать, когда они зацветут. Лютик посадили в грунт 2 недели назад. Чувствует себя хорошо, цвести, надеемся, будет в июле. Сейчас конец мая.